Так. Че, вроде снимает. Трасса Романтик. 3000 метров. Перепад 560. Дроп. Нет, какой дроп, я не буду прыгать. Ага. Вот это вот что, интересно, значит? То, что там пиздец. Да, надо было объезжать. Ёк твою мать. Да ну нахуй. Я пешком пойду. Да, по краешку пройти. Оп. Короче, красной трассы это, не, видимо, не для меня пока что. Вот. Вот. Блять. Хотя технически, если я здесь могу идти, то ехать я бы тоже смог. Но там дальше какие-то, блин, камни, какой-то стрём. Ой. Короче, я пока что пройдусь. Не, ну вообще я бы съехал, конечно. Ну, а тут кто-то сзади на меня не приехал. Прыгнули. Но нет, мы не едем. Это что? Типа дропчик. Ладно. Нормально. Бля. Ёбана. Ну, нет. Спасибо. О! О, грязь! Камни! Сука. Еще камни! Дров, в который уже пришлось ехать. А вот сейчас я на одной ноге ехал. Короче, если я вернусь отсюда живым, больше я сюда не поеду. Вот точно. Пипец просто. Пересечение трасс. Ага, это старый Романтик. Совсем проехал. Совсем мало еще. Прыгуля, которую я, конечно же, не буду прыгать. О, вот прыгуля. И чуть в кочку не улетел. Так, написано вниз. Ну, это как бы ожидаемо. Резаем. Корни, корни, корни. Опять вниз. Маршал 5. Так. Итак. Дроп. Ну, это уже. И дня. А вот тут. Тоже нормально. Дроп. Ну, такое я могу. Такое я могу. Меня этому учили в Чес-парке. Обосраться просто. Ну, кстати, руки не забиваются. Потому что я уже так медленно еду, что какие тут руки. Какие тут руки вообще.
Интересно, почему никто не догоняет. Типа они все по Double Black Diamond едут. Так, ты дарился. Чего? Слушай, ну проехал. Подозревает. Гордость некоторая. И усталость. А, кстати, перестала хрустеть рулевая. Не зря я ее подкрутил. Ну, может быть, если бы я тут неделю катался, я бы решил с еще это ехать. Пока что-то прыгуля не очень. На прыгуле я, конечно, даже не оторвался от воздуха. Один. Почти. Прыгуля. Не понял. А красная туда? Это типа я объехал сложный момент. Ну ладно. Я-то не против объехать сложный момент. Прыгай. Оу, скорость! Вниз, действительно. А то бы я сейчас наверх-то поехал. Трамплин. Нет, трамплин. Ну, кстати, этот раз интересный. В отличие от зеленой, на которой ты просто охреневаешь и все, здесь что-то интересное происходит. Почка. Прыгнул. Ни хера, это они говорят, прыгать такое надо. Какая скорость-то? Прыг. Микропрыг. Как? Мишка у меня горит. Прыг. О, устал. Так, что-то стрёмное начинается. Сетка, это хорошо. Значит, я туда не упаду. А там такой обрывчик. Что, это выход? Блин, там еще какая-то фигня. На. А это что за зеленый спутник? Дроп? А, ну на такой дроп-то. Ладно. Это я заеду. Ага. Ладно. Вкатили. Оп. Какой дроп это я могу? О, прыгай. Еще прыгай. Ой, я даже обоими колесами оторвался. Класс. Блин, вот правда еще раз здесь. Но вот те камни, где я на одной ноге ехал, мне вообще не понравились. Так, куда? Ага, резкий уклон налево. А что же было направо? Был. Почки. Не очень. Прыжок. Прыгнул. Да. Прыгнул перхваткой. Вот это я прыгать не собираюсь. У-у-у.
Вперед! Давай! Точка, точка, точка! Прыг! Лошадиное дерьмо! Интересно, а старый романтик? Там же как раз, по идее, не должно быть вот этих гребаных камней. Фу. Ну, вообще, это было неплохо. Такое ощущение, что вот ты влез в какое-то полнейшее дерьмо, но выжил при этом.